Так, команда Трансмаш Холдинга. Хороший удар Руслана Сарманюка. 617. Первый был 570, второй 617. 651. Да, отличный результат, Руслан Сарманюк показал. Это лучший результат, нет? Нет, там было под 700. А, ну, второй, видимо. Второй бьющий команде Трансмаш Холдинга. Валентин Смирнов. 449. Ну, хороший, учитывая результат Руслана Сарманюка. 449, очень хорошо. 472. Напоминаю, это команда Трансмаш Холдинг, город Тюмень. 94. Чуть-чуть не дотянулся до 500, но в целом... Ирина Семенова. Ну, как она поддержит своих Если мужчин? Если выбьет под 200, то команда можно будет считать лидером. Одним из лидеров. 242. Что себе. Да, серьезная заявка. 244. Ну, вот у вас к вертолетам России и ВСМПО Ависма присоединяется. Видимо, еще один претендент на победу. И мы переходим к серии ударов. И снаряду приглашается Виталий Солынцев. 5 человек в команде, и в серии ударов будут соревноваться свежие спортсмены. Для того, чтобы избить наш снаряд. Итак, время. Виталий Солынцев. Хорошая серия. Хорошо, да, темп взял под 20 тонн. Может быть, даже если сохранить темп, то 20 тонн может набрать Виталий Солынцев. Ну уже 18, да, есть. 19, это претендент на лучший 20. 22. Да. Это да. Виталий Солынцев, друзья. Отличный результат. Вообще вся команда на МЧТ. 2710 килограммов. Пока что это лидер. Да, лучший результат сегодня показывает Виталий Солынцев. От Надежды Чебилоевой будет зависеть, возможно. Но она свежая. Да, лучший результат команды может быть. Может быть, да, вполне. Ее задача набрать, ну, хотя бы минимум 5. Желательно... Очень высокий темп, очень высокий. Но желательно 7-8. Не, ну, темп она взяла просто сумасшедший. Смотрите, уже 4,5, 10 секунд. Да там будет 8. Да там под 10? Да, это под 10, да. Да, уже 7. 27,5. 8. Ну давай, Надежда. Давай, Надежда. Давай, десятку, набери десятку. Да, есть. Да, здорово. Трансмаш Холдинг, я думаю, лидер. Сейчас они лидеры. 10310 килограмм. Ну вот, Лагутин поздравляет девушку. Он впечатлен ее результатом. И я думаю, что команда Трансмаш Холдинг однозначно в числе лидеров находится.
Я думаю, что лидер. За 22 если все, да, все выступили великолепно. Что Салынцев, что Чапулаева. Чапулаева. Ребята тоже здорово выступили. Потенциальные лидеры у нас. Да, они уже приносят, наверное, победу своей команде. Спасибо команде «Трансмаш Болтинга», уважаемые ребята. Напоминаем, команда из Твери, «Трансмаш Холдинг». Здорово, просто очень здорово выступила на турнире. Ольга Назарова,